А теперь подробнее об этих и других новостях. Пожар на нефтяных скважинах на платформе номер 10 месторождения Гюнашли полностью потушен, сообщили в пресс-службе госнефтекомпании Азербайджана «Сакар». Угрозы экологической катастрофы из-за возможного разлива нефти в результате пожара нет. Тушение пожара на газовых скважинах продолжается. Оно находится на завершающем этапе, после чего начнутся работы по восстановлению платформы. В ближайшее время все очаги возгорания будут полностью потушены. В тушении пожара задействованы 3 корабля. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, продолжаются и поиски 3 нефтяников, пропавших без вести на месторождении Нефдашлары, а также 23 нефтяников, числящихся пропавшими без вести в результате пожара на платформе номер 10 на месторождении Гюнашли. К поискам привлечены 2 вертолета МЧС и самолет-амфибия. Кроме того, поиски ведут 5 судов Госпогранслужбы Азербайджана в 5 направлениях. Тем временем 5 пострадавших нефтяников уже выписаны из больницы. В настоящее время в больнице продолжается лечение 15 пострадавших. Состояние пациентов оценивается как стабильное.